Всем привет! Меня зовут Влад, и я вас приветствую на своем канале Влад Супер Влад. Сегодня мы будем делать обзор игрушки Boom City Races. В отделе есть мешок для Boom City Races, две игрушки, вот эти инструкции, ну и большие инструкции. Вот такие вот. Но тут есть еще показано, какие есть машинки. И я вам говорил, что их уже тут есть 26. Ну, конечно, вот эти штуки, это там, где машинки показаны. И в наборе идет две машинки. И мы сейчас откроем и посмотрим, как это все устроено. Это надо открыть. И вот это тоже надо открыть. Оп. Открыть. И вот так вот у нас тут все устроено. И мы даже сегодня ее запустим. Ну ладно. Тоже снимаем наконечник и открываем. Вот такая вот у нас машинка. И тут тоже все вот так вот устроено. И мы сейчас проверим, как их будем запускать. Внимание, запускаем. Раз, два, три, вперед. И вторая машинка. Раз, два, три, вперед. Не разбилась. Ну что ж, а теперь переходим, как собирать машинки. Осталась вот такая вот часть, получается. Вот это перед, это в самом конце, это зад, это вперед. Сначала ставим так. Зад, а потом перед. И так у нас получилась машинка. Это очень популярная игрушка. И советую вам такую заказать из Америки. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик.